Облегчить учебную программу для первоклашек-шестилеток Министерство образования и науки настоятельно рекомендуют депутаты. Этот вопрос рассматривался на заседании комитета Мажилиса. В последнее время эту тему широко обсуждают родители в социальных сетях. Мажилисмены считают, для данного возраста должна быть пятидневная рабочая учебная неделя. Министерство должно дать возможность ученым проанализировать программу для шестилеток. Учителям констатируют, что к разработке учебных программ ведомство их не привлекало. Все очень красиво, завуалировано много, но конкретности нет. Говорят об этом наши учителя. Не все нравится, не все подходит, не все могут использовать в работе. Вопрос принципиальный, вопрос серьезный. Обучение детей 6 лет. И сейчас в проекте закона об образовании тоже эта норма введена. Однозначно только 6 лет детей должны обучать. В детском возрасте разница даже 2-3 месяца, она очень и очень ощутима. Вот этот вопрос, по которому все-таки нужно будет определиться. Или мы все-таки обучаем 6 лет, но делаем программу облегченную, скажем, как на уровне предшколы там, или детсадовской. Или тогда мы возраст обучения пересматриваем. Все-таки это же дети. После заседания вице-министр образования и науки Есенгазы Имангалиев выразил соболезнования родственникам девочки, погибшей накануне в Алматы при взрыве в колледже. Мы приносим соболезнования родным и близким скончавшейся девочки. Также желаем скорейшего выздоровления тех детей, которые попали в больницу. Также была создана группа по приказу министра. Под моим председательством отправили в регионы телефонограмму о том, чтобы не использовать учебные пособия для урока, а проводить пока теоретически данный урок.